Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл, я руководитель компании МБЛ. И сегодня по просьбе наших заказчиков я рассказываю, как использовать наши подарочные чайные наборы и как правильно заваривать китайский чай. Каждому нашему заказчику в онлайн-туре мы обязательно кладем вот такой вот набор чайный от нашей компании, брендированный. Туда входит в набор вот такой вот чайник для заварки. Вот такой вот графин. Дальше вот такой дополнительный сосуд для хранения чая. Он там герметично так закрывается. Видите, деревянная такая крышка с силиконовым уплотнением. И вот в этот сосуд мы, конечно, кладем расфасованный для заваривания чай. Почему расфасованный? Потому что если вам насыпать рассыпной, боюсь, не все знают, в каком количестве нужно заваривать. Поэтому мы специально отбираем сорта чая, где уже вот такими вот, можно сказать, кусочками расфасованы разные сорта чая. Вот здесь вот, значит, у нас хранится чай. Чашечек у нас на 6 персон. Все это плотно упаковано здесь. Вы получаете вот такой набор и вот такой вот поднос. Сейчас покажу вам, для чего этот поднос и как его использовать. Пластиковый поднос, основание бамбуковое, видите? Здесь мы производим чайную церемонию, поэтому всегда остаются какие-то влажные пятна и так далее. Все это стекает в поднос. После церемонии вы, естественно, можете вылить остатки. Поэтому вот этот поднос, он необходим. Начинаем чайную церемонию. Так, вот у нас чайник, вот эта вещь. Ну и возьмем две чашечки. Так, у нас кипяток. Кипяток не крутой, можно 90 градусов достаточно для заваривания чая. У меня вот такие есть дома чайные весы, мерные весы в граммах. И, как правило, на такой вот чайничек достаточно 5 грамм заварки. Но мы уже расфасованные вам по 5 грамм чайные вот такие вот кусочки отправляем. Но на будущее, когда будете использовать настоящий китайский чай, обязательно в граммах отмеряйте 5-6 грамм для заваривания. В первую очередь мы кладем чай в чайничек, после чего заливаем кипятком, закрываем крышкой. И в этом моменте, в принципе, не нужно ждать здесь 5 минут, чтобы его сильно заваривать. Достаточно буквально несколько секунд, там 10-15, и он уже начинает раскрываться. Первая заварка не пьется. То есть первую заварку мы просто сливаем. Вот видите, все стекает. Для этого нам нужен поднос. Видите, у меня здесь ситечко, у вас тоже такое же. Здесь остаются чайные соринки разные, мелкая фракция. Первая вот эта заварка, мы просто моем посуду. Просто моем посуду кипяточком. Вот это лишнее, все сливается, видите, сюда, в поднос. Когда уже мы нагрели посуду, все помыли, она у нас готова к чайной церемонии. И чай уже проснулся. И тоже первую заварку получил, он начинает раскрываться. И тут мы уже начинаем считать первую заварку. Опять заливаем кипятком. И закрываем крышкой. Видите, всегда проливается что-то, поэтому поднос выполняет свою функцию. В нашей культуре славянской привыкли заваривать чай очень долго, крепкий делать его. В Китае совершенно другая традиция заваривания именно китайского чая. Если вы его сильно передержите, он будет горький и невкусный, очень терпкий. Поэтому обязательно все нужно заваривать проливом. Буквально 10-15 секунд и делаем пролив. Таким образом вы можете заваривать эту заварку где-то 5-7 заварок. И постепенно с каждой заваркой вы будете чувствовать новый вкус, более раскрывающийся. Вот мы наливаем, и видите, очень маленькие такие чашечки, и чай не будет обжигать вам губы, ничего, просто он быстро остывает в маленьких чашечках. Чайная церемония напоминает медитацию. Движения должны быть плавные, поэтапные. Вы должны чувствовать вкус и запах чая. Соответственно, сначала вы нюхаете чай, и после этого уже пробуете.
Правильно заваренный чай бодрит не хуже, чем кофе на самом деле. Это у нас первая заварка. Она, как правило, не сильно яркая, но со второй, с третьей, с четвертой заваркой, естественно, чай более раскрывается. Вот такая методика. Можете до 6 участников, у нас 6 кружечек, видите. Один кто-то старший должен заваривать чай для всех гостей. То есть обязательно один человек заваривает, делает все эти процедуры. Видите, я ставлю чайничек и завариваю сразу же. Не жду долго. Я постарался вам наглядно показать, как использовать наши подарочные чайные наборы. Все заказчики после онлайн-тура получают именно вот наши брендированные наборы с отобранными высшей категории сортами чая. Причем я сам лично отбирал этот чай для вас и надеюсь, он принесет только пользу и позитивные эмоции. И это, конечно, позволит вам проникнуться более глубже в китайскую нашу культуру чаепития. Если есть какие-то вопросы по использованию наших наборов, пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня и отличного настроения! Ba-ba!